Международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН, а также Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявили 6 июня 2024 года Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. Главная цель этого дня, чтобы люди поняли, несчастных случаев на переездах можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения. На Свердловской железной дороге с начала года произошло 2 случая против 3 ДТП в 2023 году. По счастливой случайности никто в столкновениях не пострадал. Дежурными работниками на переездах железной дороги ежедневно фиксируются нарушения водителями транспортных средств, правил дорожного движения. За 4 месяца 2024 года зарегистрировано около 350 нарушений. В большинстве случаев водителям удается избежать административной ответственности. Чтобы не попасть в аварию на железнодорожном переезде, водители следует соблюдать несколько основных правил. Прежде всего, при подъезде к переезду нужно снизить скорость. Начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна система сигнализации включена, световая или звуковая, то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено.